Евразия үкметтераралық кеңешінен Санкт-Петербургте өткен жиынында экономикалық биримдікке кірген мемлекеттердің үкімет басшылары 16 маңызды документке қол қойды. Жиынға Армения, Беларусь, Қазақстан, Россия Федерациясының үкімет басшыларымен бірге премьер-министр Мұхаммед Қалый Абылғазиев қатысты. Бұл кеңестен кейін кезектегі жиынның бұл жылдың октябрь айында Беларусь мемлекетінде өткізу бойынша шешім қабылданды. Жиындын алкагында премьер-министр Мухаммед Қалый Абылғазиев Россия Федерациясынын үкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушту. Мухаммед Қалый Абылғазиев белгилегендей, кыргыз-орус алакасы жогорку деңгээлде өнүгүп, активдүү саясий экономикалык диалог сакталууда. Эки жактуу товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана биздин өлкөлөрдүн ортосундагы соода экономикалык байланыштарды өстүрүү потенциалы чоң экенине ишенем. 2018 жылдын январь-май айларындагы эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13,7% өстү, деди Абылғазиев. Жолугушунун жүрүшүндө Мухаммед Қалый Абылғазиев Россияда жашап иштеп жаткан мекендештерибиздин укуктук абалына байланышкан маселени козгоду. Өз кезегинде Дмитрий Медведев Россия менен Кыргызстан ортосундагы эки жактуу кызматташуунун келечектеги актуалдуу маселелерин белгиледи. Товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсүнө жолтоо болгон тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү алып салуу интеграциялык биримдиктин негизги талабы. Былтырлоо премьер-министр Мухаммед Қалый Абылғазиев Санкт-Петербург шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында билдирди. Биз жыйындын жүрүшүндө дагы бир маанилүү маселе ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин техникалык каражаттарын колдонуп, маалыматтык тутумдарын байланыштыруу аркылуу биримдиктин бажы аймагы боюнча транзитинин бирдиктүү тутумун түзүү маселесин карадык. Бул документтин натыйжасында тоскоолдуктар азаят деп ишенебиз. Ар кандай чектөө чараларды өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсүнө жана жалпы интеграциялык биримдикке терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Транзиттин эркиндиги сооданын негизи болуп саналат. Эреже катары кандай гана жаңы тартип киргизилбесин, ал кадам бизнес жүргүзүүнү жеңилдетүүгө, кыйлататал механизмдерди жоюуга жана товар жүгүртүүдөгү жолтоолорду алып салууга багытталышы керек, деп белгиледи өкмөт башчы. Устранение барьеров, ограничений, которые препятствуют реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, является основой нашего интеграционного объединения. Отрадно отметить, что цифровая повестка Союза остается одной из приоритетных направлений нашего сотрудничества, направленной на создание условий для внедрения информационных технологий в экономические процессы. В свою очередь, Кыргызстан продолжает активно реализовать проекты, направленные на внедрение передовых информационных технологий во все сферы жизнедеятельности граждан нашей страны. Наша совместная деятельность в данном направлении поможет гармонизировать наши шаги и обеспечить необходимые условия для развития всего спектра взаимодействия в рамках Союза. На предыдущем заседании мы говорили о позитивных показателях объема взаимной торговли между нашими странами в 2017 году. В этой связи считаю важным сохранить темпы роста экономики и стабильного экономического развития. В свою очередь хотелось бы отметить, что за январь-май 2018 года товарооборот Кыргызстана с государственным участником ЕС сравнительно с аналогичным периодом 2017 года увеличится на 6,5%. При этом экспорт увеличился с нашей страны на 21,2%. Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического роста на евразийском пространстве, который еще не в полной мере задействован, и несмотря на позитивные изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов. Сегодня мы рассмотрели еще один важный вопрос о создании единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕС с использованием технических средств и сопряжением информационных систем государств-членов ЕС. В контексте данного документа мы надеемся на дальнейшее устранение барьеров при транзите товаров, направляющихся в Кыргызскую республику через территорию наших партнеров. Также считаем, что любые ограничительные меры негативно влияют на развитие экономики нашей страны и Союза в целом. Свобода транзита является основой облегчения торговли. Мы считаем, что любая вводимая мера для
должна быть направлена на облегчение ведения бизнеса, исключение более сложных механизмов и на снятие дополнительных препятствий в обеспечении свободы движения товаров. При этом с введением прослеживаемости грузов, с использованием навигационных пломб мы должны достичь упрощения всех иных процедур при осуществлении трансграничных перевозок, а также максимально минимизировать все имеющиеся барьеры. Тем самым мы сможем создать более комфортные условия и, самое главное, безопасность для бизнеса. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что механизмы прослеживаемости должны быть синхронизированы и внедряться поэтапно с учетом технической подготовленности стран, а также подготовленности самого бизнеса. Вместе с тем, говоря о препятствиях и барьерах, необходимо начать работу по наделению комиссии дополнительными полномочиями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров, о чем было сказано президентом Кыргызской Республики Жээнбековым на заседании Высшего экономического совета в мае месяце в городе Сочи. Считаем, что комиссия должна проявлять активность и твердость для оперативного урегулирования проблемных вопросов, возникающих между государственными участниками Союза. В этой связи предлагается поручить комиссии подготовить и внести на рассмотрение в рамках следующего заседания предложение по расширению компетенции Евразийской экономической комиссии. Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, мы заслушиваем отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между нашими бюджетами. Как вам известно, в настоящее время продолжается работа по разработке методики и подходов к расчету норматива распределения. В ходе данной работы мы считаем важным отметить особое внимание на включение в разрабатываемые подходы следующие моменты. Дополнительный коэффициент развития для стран, имеющих низкие показатели ВВП, в целях бюджетной устойчивости таких государств. Премию за внутреннюю торговлю, рассчитанную по каждому государству-члену ЕС, как процентное соотношение ее торговли с государствами-членами ЕС и торговли с третьими странами. Применяемые государствами-членами изъятия из единой таможенного тарифа ЕС, персонализированные тарифные льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, а также зеркальную статистику импорта товаров из стран дальнего зарубежья. В завершение хочу отметить, что нам предстоит проделать еще много работы и имеем твердое намерение в укреплении нашего общего достояния во благо процветания наших народов. Благодарю за внимание. А также в адрес Тиграна Сулейменовича Саркисяна за обобщенную комиссией повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета. Уважаемые члены Межправительственного совета, в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае в Сочи я подтвердил полную приверженность Республики Армении взятым международным обязательствам, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Обозначил нашу готовность и заинтересованность в активном взаимодействии с партнерами по ЕАЭС с целью практического достижения свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, модернизации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-членов посредством реализации принципов, заложенных в договор о ЕАЭС. В ходе заседания в узком составе мы уже обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Уверен, что реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит в дальнейшем, учитывая особенности наших стран, обеспечить необходимые условия для функционирования органов Евразийского экономического союза. Вкратце остановлюсь на некоторых вопросах сегодняшнего заседания. Тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и ЕАЭС в целом. Совместные усилия в этом направлении призваны обеспечить эффективное функционирование государственной системы управления, новый уровень предоставления госуслуг, что в конечном итоге приведет к более благоприятным условиям для выхода в рамках с
Союза на заявление 4 степени свободы. Децентрализация и соблюдение равных возможностей для всех государств-членов, мониторинг эффективности использования имеющихся ресурсов, учет правовых особенностей стран и другие принципы позволят, на наш взгляд, достичь ожидаемых результатов. Этому также будет способствовать последовательность шагов и выбор мероприятий, обусловленные реалиями наших экономик и вопросами информационной безопасности. Они создадут условия, которые будут содействовать экономической, политической и социальной стабильности. Стоит отметить, что сотрудничество наших стран в рамках Союза показывает стабильную тенденцию роста товарооборота. В плановом порядке ведется работа по формированию и развитию договорно-правовой базы Союза. В ближайшее время предстоит принять ряд важных документов. Только в прошлом году органами Союза принято более 600 актов, направленных на развитие интеграционного объединения. При разработке этих документов учитывалась и изучалась наилучшая практика в соответствующих сферах. Мы стремимся повысить качество обращаемой продукции, при этом не создавая излишних инструментов регулирования и издержек для бизнеса. Проводится работа по внесению порядка 70 поправок в договор о ЕАЭС по совершенствованию права Союза. На сегодня заключены торгово-экономические соглашения с Китаем, соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном. Нам необходимо и дальше продолжать работу по определению партнеров по проведению внешнеторговой политики. Сейчас активизированы переговоры о заключении торгово-экономических соглашений с рядом государств. На различных уровнях готовности находятся вопросы сотрудничества с Израилем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией и другими странами. Желание этих государств вызвано стремлением перехода на более продвинутый уровень сотрудничества. Думаю, это будет выгодно и нашим странам. Казахстан всегда являлся сторонником привлечения новых игроков в орбиту нашей интеграции. Здесь отмечу, что президент Казахстана поставил акцент на необходимости сотрудничества ЕАЭС с технологическими, успешными, инвестиционно привлекательными странами и интеграционными блоками. Хочу отметить, что в ходе заседания Высшего Совета, состоявшегося 14 мая текущего года, главы государств дали высокую оценку работе, проводимой в рамках интеграционных процессов. Вместе с тем поставлены новые стратегические задачи, направленные на дальнейшее развитие и повышение привлекательности ЕАЭС. И внутренний товарооборот стран Союза, и объем внешней торговли продолжили рост. Соответственно, на 16,4% и почти 24%. Причем государства-участники увеличили поставки на общий рынок Союза не только сырья, но и машин, оборудования, металлов, изделий из металлов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров, сельхозсырья. Все это говорит о том, что внутри союзные торговые потоки становятся более сбалансированными, а обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство наших стран получают новые возможности для расширения производства и создания рабочих мест. Мы намерены последовательно решать поставленную главами наших государств задачу обеспечить темпы экономического роста не ниже 2% и поддерживать низкую инфляцию. Это зафиксировано в основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразес на период 2018-2019 годов. Одно из ключевых направлений нашего сотрудничества – развитие и внедрение цифры. Все мы понимаем, насколько это важно для построения экономики будущего. Скоординированные усилия по цифровизации экономического пространства вошли в число приоритетов российского председательства. Сейчас в Евразес создана нормативная база для запуска первых цифровых проектов по приоритетным направлениям. Мы со своей стороны предложили ряд инициатив в области интернет-торговли, технологии прослеживаемости движения товаров, создания транспортных коридоров, промышленной кооперации. Мы только что все это обсуждали на заседании в нашем высшем составе. Считаю важно, чтобы эти проекты представляли не только государство, но и коммерческие компании, только в этом случае здесь будет жизнь. Приоритетное внимание мы продолжаем уделять улучшению наднационального регулирования. И здесь мы с вами тоже так достаточно подробно обсуждали формирование в нашем союзе общих рынков нефти и нефтепродуктов, рынка природного газа. Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия. В целом нам нужно будет проделать дополнительные
дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков Евразеса. Об этом мы с вами тоже только что договорились в узком формате.